Страшный, жесткий зомби-апокалипсис продолжается. Да, сегодня очередное испытание для наших героев. Как же они с ним справятся, не знаю. Что бы вы первым делом сделали в зомби-апокалипсис? Пишите, пожалуйста, в комментариях. И нравится ли вам вообще эта тематика постапокалипсиса? Ха-ха-ха! Ладно, не пугаю. Ставьте лайк, ребят. Я уверен, все будет хорошо. Поздравляю вас всех с началом этого лета. Желаю, чтобы вы его провели как следует. Уверен, у вас все будет хорошо. Не переживайте. 3, 2, 1. Надеюсь, после этого лето будет как можно медленнее проходить. Желаю, чтобы вы сделали все, что хотели. Подписывайтесь на канал, жмите как можно сильнее по колокольчику, чтобы ничего больше не пропускать. Ставшись, конечно же, поудобнее. И поехали. Что же сейчас будет? Я не знаю. Так. Начинается у нас все теперь в поезде. В прошлый раз был автобус. Сидит девушка, соблажилась с водкой, чтобы с ней познакомиться. Кто-то заразился, какой-то чел заразился каким-то вирусом и начал всех кусать. Ёлки-палки. Чувак, стой, не трогай ты ее, девушка. Зачем ты это сделал? Стой, она защитила его. Все правильно, уходи, беги, быстрее. Она пожертвовала собой, чтобы его спасти. А зачем она там осталась, непонятно. Чувак, ой. А что им делать, послушайте? Они в замкнутом пространстве, и каждый, наверное, третий заразился и стал зомби. Они бегут к водителю. А это с одним кулаком всех сносит. Они на него почему-то не нападают, это непонятно. Почему она его не берет? Почему она к нему он к нему лезет? Почему он к ней не лезет? Как она уворачивается так быстро? Очень сильная девушка. Повезло. Они все убежали в один вагон, и Эктри почему-то делает вид, что ничего не произошло. Не волнуйся, просто со мной, я тебя защищу. Они уверены, что здесь среди них нет зараженных? Все в порядке, давайте свалим с города. Ага, стой. Они сбежались в один вагон, но в первых вагонах, видимо, не было зараженных. Они сейчас убежали. Да? Вместе бегут куда-то. Тут военные какие-то. Посмотрите, они тоже, посмотрите, они как зомби уже. Помогите. Назад. Им нужно теперь вернуться назад. Что теперь им делать? Не знаю. Они в западне, они в ловушке. Просто все в ловушке. Что теперь? Ой-ой-ой. Он на него напал. Ну как-то, куда-то надо бежать. Познакомимся, говорит, с девушкой. Нет, он хотел с другой познакомиться. Это другая, которая, видимо, он ей понравился. Они взяли съели их. Ё-моё. Куда-нибудь-то бежите, ёлки-палки, ребята. Ну как-нибудь обойдите, быстрее. Это стоит и смотрит. Ее ничего не волнует. Она просто стоит, она просто в шоке. Возьмите ее хотя бы. Давай, беги. Почему он стоит? Да... Ой, дай отпор, слушай. Нет, мне кажется, ему хана сейчас будет просто. О, еще какой-то чел. Чел спас. Оп. А почему не дал бы дубинка, я не понимаю. Зачем он остановился? И зачем они опять в поезд запрыгнули? Какие-то непонятные действия. Неужели это их спасет? Слушай. Не знаю, он сейчас, наверное, рубашку порвет. И будет сейчас всех мутузить кулаками. Ну что же, мы должны спасти его. Серьезно, я угадал. Он решил сейчас за рубашку сидеть. Не надо. Это влагу зомби, я не могу туда пойти. Стоп, а зачем они вообще туда идут? Я не понимаю. Стой, чувак. Возьми себя в руки, иди за мной. Оно встал, пошел. Серьезно, он сейчас сбитый пойдет на зомби? Вы пошли бы сбитый на зомби? Мне кажется, он просто сумасшедший. А они точно живы? А мне кажется, они в обмороке. Там, по-моему, вообще даже следов укусов нет. Стой! И правда, что им теперь делать? Вот какие их действия? Зачем они залезли? Они потеряли эту девушку. Она вышла из автобуса, точнее, из поезда, и покинула их. Что это, авокадо? Или что это? Зачем он дал ему фрукт? Какой-то странный чел. Вроде бита была она здесь, уже здесь. Ну ладно. Сейчас проще рукопашный пойдет. С битой. Одной. Да ты сумасшедший, чувак. Не делай этого, не надо, слушай. Нет. Ой-ой. Одним ударом просто всех завалил. А этот ногами начал. Ну, мне кажется... Нет, зать, он укусил его. Слушай, как-то они слабенько кусают. На него они как-то очень-очень мягонько нападают. На предыдущих они просто кусали, откусывали полруки. Решил спасти его. Это что за... Решил накормить его фруктиком. На, покушай, это вкусненько. Почему не укусил его за руку? Почему? А остальных кусал, а этого не кусает. Я не понимаю. Ну, конечно, забавно. Слушай...
что это за фрукты, я не пойму. Напишите, пожалуйста, в комментариях. И он спасает от зомби? И берите на заметку. Берите на заметку. У него четыре и вида часов, прошу прощения, не пара, а вида. О, кто-то сидел в туалете. А, моя малышка. А, он спасал свою девочку, свою дочку. Он рад, он рад. А, так стоп. А как она здесь оказалась? Слушай, она же и в поезд не побежала. Она же не побежала в поезд. Слушай, как она спаслась? Она же вроде как убежала. Стой, к ним врываются. Сейчас он прижмёт, он его укусил, нет, он заражён теперь. Всё, ему хана, ему просто хана. Слушай, чел, просто иди. Ой, он пожертвовал собой, чтобы их спасти. Просто герой нашего времени. Позаботься о моей дочке. Он отдает его и дочку. Папа, нет. Стой, правда, они потеряли батю. Батю потеряли, нет. Они его съели, они просто его сожрали. Ё-моё, они за ним бегут теперь, и что им делать, я не знаю, как они их не могут догнать. О, споткнулся. Ну, почему-то за главными героями они бегут очень медленно. Меня это, конечно, немножко забавляет. Никак не могут их поймать. Они были вообще в шаге, а тут они остановились на секунду, они должны были уже, по идее, сожрать, но нет. Конечно, забавно, они могут их достать. Какие глуповатые зомби, ё-моё. Позаботьте о ней, я их отвлеку. Потрясающе. Как? Они могут их достать. Эй, побегите за мной, бегите. Они взяли, побежали. Самое вкусненькое было здесь. Они были в этом вагончике, они были самые вкусные. Но ему придется сейчас дать отпор. Потому что он пообещал защитить эту дочку. Надь, бери часики, говорит. И что она с ними должна сделать? Еще часики. Зачем ей столько часов, я не понимаю. Типа, если одни разрядятся, воспользуйся другими. Ну, я не знаю. Одни детские, другие на батарейке, третьи механические. Эти часы смогут тебя защитить. А каким образом? Стой! Что за магия? Как они его защитили? Ты чувак дикий? Нет, бежи давай! Ну как-нибудь дай ему отпор, не знаю, пойди! Ну как ему куда-нибудь ударь, ну я не знаю, ну как? Отстегивай, быстрее карабин. Отстегивай, давай, чувак! Нет, давай! Давай, да стреляй ты уже! Фу, повезло. Как какой-то зомби, какой-то слабенький. Мне кажется, вначале были зомби немножко посильнее, чем здесь. Какие-то они... Оставайтесь, я тебя пойду искать. А как часы, я не понимаю, защитили ее? Как вообще? И оставила. Чел, ну ты даешь. Чел, ты. Он их догнал. Неужели они так медленно бегут? Опа. Кунг-фу. Они... Гений мысли. Он держит с собой автомат, при этом... Эти зомби. Почему нельзя было с автоматом сзади подойти? Дождаться, пока ее укусят. Братан, ты просто потрясающий. Ё-моё. Они ее укусили. Ёлки-палки. Они ее укусили. Все, ты потерял ее. Ты остался один. Она тебя сейчас сожрет. Меня укусили? Да, тебя укусили, слушай. Тебя укусили? Нет. Просто царапина. Ай, просто царапина! Давай меня в больницу отвезем, где полно зомби. Ё-моё. Чувачела. Просто царапина, да? Ее не укусили. Он так ее обманул, он просто ее обманул. Что бы ты ей сказал, если бы... Это был ты. Действительно, что бы ты ей сказал? Да, напишите, пожалуйста, в комментариях. Глупо было бы говорить что-то другое. Я так понимаю, это продолжение. Моника? А, это, короче, событие происходит в это же время, только с другими людьми. А чем ты говоришь? Разоткинешь этих зомби? Все кончено. Все. Ребята смирились со своей участью. Смотри, она в прямом эфире. Только что, они кружили зомби. Он хочет, короче, спасти свою девушку. Вы сказали, что мы не можем не увидеть смерть без спасения. Что? Увидеть смерть без спасения? Чувак, увидеть кого-то в смертельной опасности, но не пошевелив пальцев, чтобы спасти.
И не понимая, в чем юмор, убирайся, говорит. Спасайтесь, ребят. Короче, его сейчас хана. Стоп, они положили пупырки, они все споснулись. Он засунул тапок, попробуй это. Тапок спасает. Мухобойка тоже спасает. Филлипс, что они открыли там? Оружие. Нашли оружие, потрясающе, ребята. Я думаю, сейчас дадите отпор от этого огромного зомби, точно. Постреляли. Мне кажется, его вообще никакие пули не возьмут. Он сфоткал его? А, это больше 9000? Босс, его трудно убить. Ну а что им делать теперь? Что это они взяли? Они представляют то, что это как будто игра какая-то. Но на самом деле это реальность. Они с ума сошли. Я же говорил, ни одни пули его вообще не возьмут. Ой, даже ракета. Нет, взяла ракета. Все, они стрельнули ракетой. Из РПГ или что? Противоядие зомби. Давай поделимся. Кита его уничтожила. Противоядие от зомби. О, противоядие. Давайте поделимся поровну. Поделимся. Один для вас, один для меня. Босс, это неправильно. Оп, это мне, это тебе. Все правильно. Что он сейчас будет делать с ними? В чем дело? Один для меня, один для вас. Вы в порядке. Пока не разбирались. Для кого какой? Этот чувак кого-то его уже укусил. Ё-моё. Ну, он взял себя в руки. Ё-моё, я уничтожил его, конечно. Почему нельзя было сразу добить его? Ну, этого зомби. Укусили его. Бедный пацан, что ему теперь делать? Что делать? Босс, ваша дерьмовая рожа уродлива. Пообещайте мне, что вы должны вытащить Монику, хорошо? Спасите Монику, говорит. Спасите, найдите Я ее. Я обещаю вам, что больше не могу этого делать. Просто уходите. Уходите, ребята. Все, он превратился в зомби. Он сказал последние слова, спасите Монику. Своим оружием, которое не очень эффективно, я так понял, да? Ну, он превращается в зомби. Неужели они сейчас его устранят 100%? Ёлки-палки, чувак. Что теперь им делать? Нет. Нет, неужели он выстрелит своего друга? Неужели ты это сделаешь? Чё? Чел, не надо. Ну, иначе он их сожжет. Он же зомби теперь. Нет. Он не сделал этого. Монике лучше остаться в живых. Моника, где, позвольте мне проверить, вы шумите, даже когда вы зомби. Наденьте это. Посмотрите, что я нашел. Они взяли его с собой? Что? Они что? Они замаскировались? Их не видно. Их якобы не видно. А как они этого друга приубедили? Переубедили? Он же зомби. Как? А, вот она, Моника, сидит. Они пришли к ней спасти. Неужели их это получится, слушай? Странный зомби-апокалипсис вообще. Забавный с одной стороны. С другой не очень. Вот она. Моника, это ты? Да, это Моника. Она. Да, это Моника. Блэки, я нашел Монику. Ура, мы нашли Монику. Блэки, он ваш самый большой поклонник, как он стал таким. За то, что спасла вас, ублюдок. Что? Какой? Что она сказала? Очень туповатый перевод. Очень глуповатый. Да, ну я так понял. Она спросила, почему, что с ним стало, но в общем... Он ей немножко грубо ответил. Опа, она упала. Он вспоминает. Вот стоп, это случайно не девушка его? А, да, у него флешбеки. Они с ним были на море. Ёлки-палки. Вот это у него флешбеки. Моника, он сразу превратился в настоящего человека и зомби. Блэки, ты вернулся? Я проснулся из-за того, что увидел Монику. Да, чувак. Надо всем показать Монику, тогда они перестанут бить зомби. Хороший лайфхак. Ой, все, ребят. Вам хана, бегите как можно скорее. Бегите. Она заперта. Босс, почему вы выключаете противомоскитную лампу? Какую противомоскитную лампу? Лампа. А, вот лампа комаров. Босс,
Нет, нет, Блэки. Ой. Блэки. Пришло время вам стать боссом. Босс, каким что боссом? Вы говорите? Хорошо, каким заботьтесь боссом? О Монике и младшем брате 3 месяца спустя. Куда? А! Он решил пожертвовать собой. Типа босс это главный. Он отвлек себя. Сколько сегодня героев, ребят, мы сегодня увидели. Бегите, бегите, бегите. Спасайтесь. Это грустно и забавно, и немножко глуповато, согласитесь. Но это зомби-апокалипсис. Он беспощаден во всех отношениях. И смех и грех, как говорится. Все, его сожрали. Его просто сожрали. Бедный чел. Что теперь с ним будет? Какая грустная музыка. Конечно, в моих словах очень много сарказма, но несколько месяцев спустя. Хо! Они от зомби избавились? Нормально, он так выглядит. Брат, где вы достали все противоядия от зомби? Я не. Он взял его. Так много противоядий от зомби. Я могу обновить свой командный центр и нанять гораздо больше героев. Дайте ему закончить с рекламой. Улучшайте войска дальнего действия, повышайте уровень моей силы. Теперь я могу легко победить большого зомби. А почему они стоят и смотрят? Он к ним вернулся и тоже их съест сейчас. Это просто жесть. Жестко. Я надеюсь, что они остались живы. Да. Зомби-апокалипсис без пощад. Лайк, если вам понравилось. Пишите в комментариях, что бы вы сделали в зомби-апокалипсис. Подписывайтесь на канал, жмите как можно сильнее по колокольчику. Рассказывайте друзьям, наслаждайтесь летом. Жмите на эту штучку, чтобы подписаться. И, пожалуйста, посмотрите. Насладитесь вот этим видосом. Это специально для вас. А это еще одно видео с зомби-апокалипсисом. Предыдущее. Кликайте, если не боитесь. С вами был, как всегда, я, Райли. Здоровья, там, счастья, успехов, всего самого наилучшего. Берегите обязательно себя и своих близких. Будьте счастливы и будьте, конечно, здоровы. И увидимся уже в новых видео. Пока.